Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на предстоящих выборах президента России. В Чувашии на новость отреагировали вполне ожидаемо. Сегодня это единственная политическая фигура, способная объединить приверженцев различных точек зрения и сплотить представителей всех слоев населения. Именно с Владимиром Путиным большинство россиян связывают надежды на успешное социально-экономическое развитие. Я полагаю, что данное заявление ждали, потому что на сегодняшний день это как раз тот человек, от которого во многом зависит будущее страны, будущее народа. И очень многие, и в частности молодежь, молодое поколение, возлагает очень много надежд на Владимира Владимировича Путина. И полагаю, что данная кандидатура самая достойная, и именно Владимир Владимирович Путин выражает чаяние народа, причем всех слоев населения нашей Чувашской республики. По моему мнению, кандидатура Владимира Владимировича очень достойная. А Владимир Владимирович состоялся как мировой политик. И сейчас, мне кажется, настало время переключиться на проблемы региональные. Уделить больше внимания местным вопросам, малым городам, регионам. Особенно важно, мне кажется, то, что следующий год объявлен годом добровольцев и волонтеров. Это означает особенное внимание к гражданскому обществу и к гражданской активности.